Всем привет, с вами снова Nimsrop 2, и мы с вами продолжаем проходить Dark Messiah of Might and Magic. Остановились мы на том, что сейчас, судя по всему, будет большое месиво. Я, честно говоря, не знаю, что делать. В первый раз я хотел попробовать Камикадзе Rush. Так что, короче, берем всех. Не понял. Ну, мне же сказали букву Е нажать, чтобы вы со мной пошли. Вы идете со мной, нет? Не, со мной только Лина идет, странно. Что за фигня? Ну ладно. Короче, будем всех месить. Просто тупо напролом. Посмотрим, что получится. Нифига себе. О, так она меня хиляет. Ну-ка прочь. А, Лина сдох. Ну ладно, понятно. Короче, как обычно, надо все делать аккуратно, что я очень не люблю. Ну ладно. Так, ну давайте тогда как-нибудь типа там прокрадываться, еще что-то делать. Как я это не люблю. Ты меня что так видно. Что это? Ну, давай, иди сюда. О, лол, не понял, что он не взорвал. А, нормально, он горит. Куда ты пошла, дура? Блин, вот из-за тебя он не попадет на ловушку, ну. Офигеть! Они не умирают с первого раза, понятно. Все очень плохо. Ладно, придется серьезно повозиться. Понятно. Сейчас будем пытаться. Так. Значит, для начала все-таки надо поставить. Да. Блин, короче, стой тут. Все, стоишь? А, не работает, потому что у меня раскладка другая. Стой тут. Хорошо, пошли. Нет, не пошли, стой тут. Стой, она пойдет за мной. Да, она идет за мной, стой тут. Стой тут. Не будем тратить время впустую. Блин, нет, ее что, нельзя оставить? Что за фигня? Эти вообще не реагируют. Что за бред? Я готова. К чему ты готова? Не надо. Останьтесь тут. Я хочу вас тут оставить. Блин, написали же Е нажать. Ну, ладно. Пойдем сюда. Эу! Храм принадлежит оркам. Я тут. Здесь не рады. Ой, короче. Рады. Люди, отличная кормёжка и соль. Блин, я не знал, что второе тоже зацепит. Ой-ой-ой. Чудак умрёт! Да, блин, ты его пнуть не можешь, что ли? Ой-ой-ой. Ай, карамба, Лина, хиляй, хиляй, хиляй. Оу, щи. Блин. Ой-ой-ой. Ёпрсте.
Ой, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Нет, нет, туда, да. Фа, я ж так хорошо все спланировал, думал, я такой умный, ну ладно. Не, ну с ловушками я ж нормально все сделал, просто я не знал, что вторая тоже зацепится, поэтому я думаю, нужно этот опыт повторить. Сейчас мы еще раз так сделаем. Просто подальше поставим чуть-чуть. А, ну или так. Ой. Отправляйся к драконам. О! У нее заморозка есть? Чё ж ты раньше не сказала-то? Заморозь его, заморозь его. Заморозь его. Ой, я не понял, мне щит сломали? Офигеть. Офигеть просто. Это ж надо? Я думаю, это будет посложнее, чем в том зале со стражей. А возможно, надо искать какие-то ловушки. И причем, понимаете, я бы это сделал, но мне мешает вот она. Если... Стой на месте. Стой на месте. Стоит? Есть, она стоит на месте. Все, теперь я смогу сам один нормально бегать, прыгать, еще что-то делать. И искать ловушки. Так, сначала сюда. Блин, да почему я эту задела-то, ну? Ой, главное к линии их не подпускать. Да что за фигня? Ёпрста. Долбанный лучник. Да, вот если бы ловушка их с одного удара убивала, как раньше. Видимо, что-то с дамагом. Надо найти что-то помощней. Плохо. Вон еще шипы на самом деле. Вот, вот сюда поставим. Они пройдут тут. Стопудово пройдут тут. О, ура. Блин! Почему оно не взорвалось? Да ну ё-маца, вы можете пройти через эту точку, ну? Чудак умрёт! Ой-ей-ей-ей. Блин. А вот магов я бы за собой потащил. Да, надо взять с собой магов. Обоих сразу. Если бы я такое понял, как сделать так, чтобы они пошли за мной. Иди за мной. Иди за мной. Ну, идешь за мной? Нет. Иди за мной. Да ну как так? Арг! Ладно. Давайте думать. Ну, попробуем их на шипы, короче, всех. О, что это такое? Тусол видел. Тусол рассказал мне. Много людей. Немного. Выглядит сильными. О, ура, ура, ура. Неужели оба загорелись? Нет, не оба, как всегда, понятно. Ну почему ты пошел-то?
О, шипы, 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 скорее, скорее, скорее. Ой, шипы. Есть. Так, у меня с щитом все плохо, насколько я вижу. О, возьмем длинный лук, кстати, да он должен быть помощнее. Орочий щит и тесак, возьмем все. Свиток заморозки. О, кстати, у меня же есть эти, да. Деревянный посох, ягодниц. Так, вон он сверху. Ой, не подумал. Блин, с другой стороны пошел? Нет, вот он. Ну, вылазь. Ой-ой-ой. Чё за глюки? Чудак умрёт! Блин, шипы, иди сюда, иди сюда. Фух. Это было непросто. Непросто. Так, ну что, одна небольшая подлокация, можно считать, готова. Блин, как же я скорее хочу взять эльфийский лук. Сколько там еще раз надо? У меня 3, а надо 6. И, скорее всего, ближний бой придется вкачать. Ладно, так, что с тесаком? Плюс 7 к урону, воу. А что? А, понятно. Сколько везде всего надо? Это ж... Блин. Так, о, у меня, кстати, щита нету, поэтому щит мы, пожалуй, ставим. Так, что бы еще такого сделать? Давайте поедим. Длинный лук плюс 4, смотрите. Лучше, чем у меня этот. А каким образом использовать свитки? На квикслот просто тоже. Давайте огненный шар... Нет, давайте заморозку вместо кинжалов. Нафиг они мне нужны, честно говоря, не знаю. Да, вот так. Возьми щит. Сохранись еще раз. И чё, идем дальше смотреть. Я не знаю, брать с собой девку, не брать. Давайте пока без нее попробуем. А, и осмотрим здание. Может, там наверху что-то есть полезное. Ну, или внизу тут. Мало ли вообще где что есть, поэтому надо все проверить. Может, еще что-то полезное найду. Так, как бы мне туда... Корк-лучник. Так. Я даже не знаю, давайте... Давайте с лука чё уж. Пробуем. А, кого только снять, я не знаю... Блин, он ушел куда-то уже. Куда он ушел-то? Вон он. А как мне приблизить? Кажется, они меня все-таки... А, не заметили. Нет, заметил, вы смотрите. Ух, какой меткий, а? Почти попал. Я надеюсь, они сюда не заберутся никак, нет. Куда он делся? Он один. Пока его, ладно, не будем его пока привлекать. Блин, куда лучник делся? Да, они, смотрите, они меня не видят. Блин! Арг! Ладно. Так вот, где он теперь появится? Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну где он? Ой, тихо. Главное, чтобы ко мне никто не залез. Блин, так как он... Ого. Я заметил, орки сильные. Надо что-то придумать. Давайте шибанем по кому-нибудь.
огненным шаром. Ну хотя нет, не-не-не, просто давайте на пролом, да, вон один ходит, я вижу, сейчас мы к нему пристанем и куда-нибудь его пихнем. Вален. Ой-ой-ой-ой-ой. Он что, мою броню пробил? О! Я же забыл, что она ХП умеет восстанавливать. Да чё ж вы, ну, ой, подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Фух. Неужто обошлось, а? Да, нет, не знаю, обошлось? Вроде обошлось. Ух ты, полный щит. Так, нет, вон еще двое, но я сохранюсь. Да, мы опять неплохо поработали, поэтому надо сейчас это дело сохранить. На новое сохранение, пожалуйста. Так, что за лаги? Спокойно. Не надо мне лагов. Игра, ты что? Ладно, проще переключить. Так. О, замечательно. Ой, если только не лаги. Шипы, шипы, шипы. Нет, лаги не мешайте. Есть. Сара, фу. Надо пронадаться внутрь. Да подожди ты, да я лаги уберу. Что-то это, честно говоря, не особо помогает, странно. Окейушки, ну что, идем. О, даже один маг остался. Идем внутрь. Не знаю, зачем я взял этот сак. Честно говоря, он мне как-то не особо нужен. Я надеюсь, тут больше никого не осталось. А вообще, я бы, конечно, еще осмотрел бы все. Они всегда будут так спешить. Нет, смотрите, не спешат. Давайте все осмотрим. Мало ли тут есть что-то полезное. Я бы предпочел еще все осмотреть, к примеру, что такое. Рычага-то нету. Там труп вижу. Мана поушен вижу. Так. Вот в том здании что. Ладно, вроде пока ничего. Все, идем сюда. Ой, господи. Скрипты.
Она туда хочет? Нам сюда, но рычаг сломан. Если я взорву решетку, грохот разнесется по всему острову. Быть может, есть подземный туннель, по которому нам удастся пройти. Надеюсь, здесь можно пройти. Ах, наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. Я не знаю, должно так быть или нет. Какая пакость. Так, это грибы просто, да? Окей. Мерзкие твари. Ой. И к тому же голодные. Ёпта, что за фигня? Оу! Да, но выглядит она стрёмно. Уйдите, уйдите. Блин! Почему-то я так и знал. Ладно. Фу, какие они стрёмные, что-то у меня мурашки по коже побежали. Так, надо придумать, что с ними можно сделать. Нам сюда. Оно вообще похоже на то, что это демоны. То есть, наверное, на них работала бы неплохо молния, но проблема в том, что у меня нету. Ах, наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. У меня есть огненный шар. Это... Долбаные пауки. Так. Я не знаю, это, что я хотел-то. Ну ладно, уже поздно. Ух ты, аж ярко как стало, а? Вау, классно сделана эта штука. Мерзкие твари. И к тому же голодные. Блин! Ёпрасте, что с ними делать? Я думаю, нужно не выходить из туннеля. Туннель это явно мое средство к спасению, потому что он узкий. Наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. Мерзкие твари. И ой-ой-ой. Голодные. Блин. Главное, чтобы не сломался щит. Свалите отсюда, гады. Блин, какие они стрёмные. Ладно, меня чуть не убили, но кажется, это того стоило. Не-не-не. Блин, как он залетел мне за спину? Как это произошло? Ух ты, подойдите к огню и поднесите к нему стрелу, чтобы она стала огненной. Слушайте, классно. Я не знал. Наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. А ну что за бред?
Мерзкие твари. И к тому же голодные. О! Блин, он от огненного шара не умер. Это не очень хорошо. О, я честно в замешательстве. Что бы такого сделать, я даже не знаю. Просто я подозреваю, что ловушки на них не сработают, потому что они как бы летают. Черт сделать. А я могу, интересно, ставить ловушки на стены? Я думаю, они все равно их не заденут. Наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. А, давайте заморозкой. Ух ты, заморозка отлично сработала. Правда, только на одного. Они даже в этом туннеле меня окружают. Зато я знаю, что заморозка сработала. Так, сейчас мы попробуем их морозить. Ну, две штуки я точно заморожу, если попаду, конечно. Что с остальными делать, я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Так. Сюда. Рычаг сломан. Если я взорву решетку, грохот разнесется по всему острову. Есть подземный туннель, по которому нам удастся надеяться. Давай. Наконец-то мы наедине. Здесь должен быть мерзкие твари. И к тому же голодные. Валим. Просто нафиг валим от них. Да ладно, я что, труп? Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть бы не привлечь их внимание. Вашу мать. Уйдите отсюда. Какие они стрёмные, а? Так, ну один это не страшно. Ой-ой-ой. Уже страшно. Только не летите сюда, пожалуйста. Пожалуйста. Уйдите. Меня тут нет. Все хорошо. До сих пор визжат, а? Так, я сохранюсь на новый слот, пожалуй. Вроде как, вполне так. Что-то вышло. Кажется, они не хотят уходить. Ну, зато их хоть меньше. Так, там ничего нет, ладно, понятно. А я точно не смогу отсюда выбраться? Слушайте, да? Блин, надо назад идти. Плохо дело. Ой, ну я даже не знаю. А, давайте снова, во-первых, сохранимся. Раз еще один помер. И вот эти попробуем. А, их уже нет. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Нет, какой посох? Я не это хотел. А, выпей монопоушен. И сохранись. Как он это сделал? Он убил меня с одного удара? Сбивать с ног. А давайте реально посох попробуем. Ну-ка. А ну вернись. Лол, а чё он смылся? Только на меня наседал, уже смылся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, не хочет сюда идти? А ну вернись, гад! Сейчас я его добью. Где он есть? Опс, кажется, мне проблемы.
Блин! Как он уворачивается? Ой-ой-ой. Уйди! Ой-ой-ой, только не лаги, только не сейчас. Умри! Давай! Только не лаги. Офигеть! Ну просто замечательная запись. Блин, давай паузу тогда хотя бы, что ли. Это ж надо. Я не знаю, это у меня с игрой что-то или с компьютером. Блин, паузу нажми. Паузу. Ты неплохо научился убивать, а? Фу, знаете что, походу это все-таки что-то с игрой, потому что я только что специально проверил память своего компа, и у меня достаточно места еще. Так что это что-то с игрой. Странно. Надеюсь, такого больше не будет. Ему лук уже не понадобится. Возьми его. Уверена, он еще пригодится. Да, а что за лук такой? Эльфийский плюс 5. Где верхолаза? Где лук верхолаза? А. Что? Плюс 1 к урону. А, если стрела попадет в деревянную поверхность, от нее протягивается веревка. А, я понял, это... это местная кошка. Окей. А, кстати, 5 очков. Ну-ка, я могу критически? Блин, не могу. Я не знаю, терпеть, не терпеть. Давайте потерпим еще одно очко. Все-таки это не так много. Ну. Ай, да давай, ну. Да прыгай же ж. Да ладно, неужели прям тут надо этот лук использовать? А, да, деревянная поверхность. Блин, у меня опять проблемы. Как мне отсюда выбраться? Ну я дерево не вижу как-то особо. А тут насчет... А, кажется, может в той шахте было дерево. Ну-ка, сейчас посмотрим. Если игра глюч не будет. Ага. Как все придумано-то, а? А ну лезь вверх. Ой, это что за... текстурах начал засливать. О, я нашел тайник. Блин, так сюда не надо было. Травляющий лук. Зелье полного исцеления. Противоядие. Слушайте, классно. А что за отравляющий лук? Плюс 2 к урону. Магическая способность облака яда. Вау. Вот это, я думаю, полезно. Слушайте. Ничего больше нет. Я не могу отсюда выбраться. Ну почему? Как же мне отсюда свалить-то, а? Арг. Ну, ладно, идем назад. Все равно больше пока ничего нового не найти. Ой, слезь, пожалуйста. Надо найти деревяшку, по которой можно будет отсюда свалить. Может, тут деревяшка где-то есть. Я ее просто профук. Да, как всегда, профукал. Так. Веревочка, не шатайся. Опля, супер. Прекрасно. Идем ко входу. Где вход-то? Ой, только не лаги, только не сейчас. Офигеть.
Офигеть. Дорокон, настоящий дорокон. Ой, знаете что, я на этом, пожалуй, закончу эту серию, я так не могу. Так что, я надеюсь, вам понравилось, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ним42, и до встречи в следующих сериях, пока-пока.